это такой магазин, точнее сеть магазинов по Южной Корее, где можно купить не только корейские средства, но и европейские бренды, такие как Виши, Нюкс и так далее. Так что давайте пойдем посмотрим. Тут часто бывают скидки и акции. Сюда, кстати, очень часто приходят кореянки, точнее школьницы, и просто красятся. Потому что тут очень много средств. Можно накраситься, намазаться с ног до головы, и вам ничего за это никто не скажет, напшикаться духами, потому как тут выбор, как в этом, как в duty free. Смотрите, тут магазинчик в вашем распоряжении. Маски. Моя любовь. Тут часто бывают акции хорошие. Вот какие тут марки представлены. Avenue, La Roche-Posay, Bioderma, LVH, Vichy, Nuxe, Dr. Jart. Думаю, многие знают этот бренд. Ну, конечно, капец какой дорогой. 30 тысяч, к примеру, это $30, чтобы вы имели в виду. CMP Laboratory, Psychogel, Kerzon, Dermalift, Isoy. Неплохой, кстати, бренд. Mamonde тоже, Вели. Очень много масок. Это после ночной гулянки. Доктор Джарт. Думаю, вот эти вот все очень хорошие маски. Советую, видите, акция 1+1 за $5. Вот эти, думаю, тоже. Ну, тут они в 2 раза дешевле сегодня. Тоже хорошие маски. Медихил. Советую. Хорошая фирма. Тут очень много от Медихил. Хорошие средства от Manio Factory. Я вам просто настоятельно рекомендую попробовать. Он, конечно, не самый дешевый, но очень хорошие средства. Также хороший бренд Aromatica. Также Rovectin. Rovectin, ну, это, конечно, не корейская косметика, а американский бренд, но, тем не менее, рабочие средства. Доктор Джарт. Мисты. Ну, это больше как для восстановления после кислот и так далее. Освежающих много мистов. Тонер хороший, объем классный. $19. 400 миллилитров. Вот эти хорошие тоники. С розой особенно мне нравится, если я такой купила. Также я вам очень рекомендую вот эти вот пэды. Они просто нереально крутые, неоджен. Именно винные для шлифовки лица. Просто must have. Видите, фирмы Brim и Green. Здесь нет Елизавеки, Мизон. Какие там у нас еще фирмы? Я даже не знаю. В общем, то, что у нас разрекламировано, практически ничего не продается. Manufactory. Опять-таки, повторюсь, обратите внимание на данный бренд. И в Роше, ну так. За такую цену можно более достойные средства найти. В общем, каждому средству нужно, естественно, смотреть состав. Просто так никогда не покупайте, ничего не заказывайте. Спасибо большое всем за просмотры. Я была рада вас видеть на своем канале. Подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропускать новые выпуски. Пишите комменты, ставьте лайки. Все, всем пока-пока, до новых встреч в эфире.